Короче, из чего ори? Пролезу в нее. И начнется. Блин, я как бы шаном заделся. Это звук издался. Я думал, сзади меня трогают. Как мне сейчас сердечко ёкнуло. Нифига себе там идти. Я говорю, туда идти далековато. Ну, сраные наркоманы, только попадитесь мне. Чего? Че говоришь? Че говоришь? Я понял. Лестница в среднем пролете должна быть. Серьезно? Да. Я дошел, я смотрю, как там лестница наверх. Я такой, понятно, обратно. Камон. Круто. Это половина дома прошел. Ага. Очково? А? Очково. Ну да, как бы там такие стеночки там были. Какие-то арабские иероглифы. Вот, я думал, там типа сатанисты, я такой, типа, сейчас придется либо их в очко шпилить, вот, либо вступать в их ряды. Ага. Я решился просто бить в лицо. Ну и правильно. Вот тут, да. Вот, лестница. А я и не догадался, представляешь? Или мы не заходили даже сюда? Мы сюда даже не заходили. О, ничего себе. Какой светильничек стоит, модный. Такой раньше у кровати стоял. Круто. Ни хрена не вижу, конечно. Какой подвал был для карликов, что ли? Да он и не должен быть большой-то. Хотя он большой. Да. Разве баллон? Не обнимать. Вот мы и побывали в подвале Адуляра. Как ни странно, здесь сеть не ловит. А ты обратил внимание, что здесь теплее, чем на этажах? Да. Это как бы низина, здесь все же теплее. Здесь как бы даже земля промерзшая, если заметили. То есть можно прям... Ага. Кто здесь повесился? Нет, просто веревочка тянется откуда-то. А то этот, короче, киска смотрел, запился. Боже, такой, ну вообще бред снимать. Какая постанова вообще. Ну ты понимаешь, в чем дело? Вот киевская снимает эти постановы, а люди-то смотрят, понимаешь? Завороженные. Вот, это инопланетная раса писала послание. Пошли вы сюда. Не-не-не, это, сейчас мы прочтем, что здесь написано. Так, не смотрите в Ютубе киевскую и Масленникова. Они все врут. Во! Ты прикинь? Вот это да! Я так думал. Вот что-то прям. Ну, я как бы хреново инопланетянский знаю. Вот. Не, я так неплохо. Офигеть, ты красавчик. Ну, мы еще это, как его, инопланетянский в дурдоме это изучали. Слушай, а вот здесь какая-то комнатушка вообще, прикинь, с замком. Здесь что-то козырное было. Как только выходим из подвала, моментально просто ловит, просто моментально. Ага. В тот подвал пойдем. А мы были в центральном, там не было подвала. Там посмотрим.
Не, мы в центральной там не были, по-моему. Мы сразу, по-моему, пошли в третий подъезд. Че это было-то? Сейчас что-то такое колыхнулось. О, слышал? А здесь эти закрыты. Скорее всего, здесь кто-то обитает, потому что он, видишь, тоже закрыто. Так что здесь кто-то может быть. Не исключено. Короче, в подвалах ни черта нету. Ну вот, видишь, от них, они вот здесь прямо, где мы идем, шли во всю длину. Просто с них вот этот утеплитель сбили и порезали на металл. Туда вообще есть смысл идти-то? Думаю, нет. Я тебе скажу так, ни о чем вообще заброшка, ни о чем. Вокруг нее такого раздули. Подвалы прочесали. Ну и как? Нет ничего. А что ты там надеялся найти? Зенитно-ракетный комплекс С-25? Нет, ну хотя бы говно человеческое. Говно, хуй знает. Мы, нам, короче, два подъезда еще осталось. Есть предложение потом пойти вот в эти два здания. Да. Единственное, в подвале мы нашли инопланетную рукопись. Что было написано? Говны муравей. Нет. А что? Я тоже подумал сначала, потом начал переводить, и там было написано: не смотрите в Ютубе Александру Киевскую и Диму Масленникова. Они врут. Они врут. Да. Это можно вырезать. Да не вопрос. Короче, нам два подъезда осталось. Можете пока чайку перепить. И мы в те дома идем, да? Да. Ага. Мы там просто место одно определенно ищем. Поэтому это. Нам осталось два подъезда. Ага. Вот. Масленников, где-то здесь автограф даже оставлялся. То ли на четвертом, то ли на пятом этаже. Говном? Ну, измазал так, ну, или как? По-моему, кончой, бля, причем чужой. А. Вот. Но он добывал ее. Ну, а как еще? Хоть жителями вертеться. Вполне возможно, что и охранник, который ему как бы за 200 рублей поспособствовал. Ага. Он сказал, бля, мне нужно, ну, как бы... К концу месяца 4 миллиона подписчиков. Вот. И не менее 2 миллионов просмотров от этого видоса. Он говорит, ну ладно, пойдем, я тебе 200 даю, сейчас тебе подниму рейтинг. И начал штуцер шлифовать. По жесткому причем. Вот. Не шлифуйте чужие штуцера. Это точно. Это вообще не пацанская тема. Да. Вот, поэтому. Можете только это, отверстие, ну, развальцевать. Но никак не штуцер. А мы идем в следующий подъезд, в Лерсон, да? Нет лучше влагалища, чем очко товарища, да? Ну и так тоже, кстати. На крайняк-то. Дай нам пройти. А. Извините, я просто не понял. А мы идем наверх. Пучки обсуждаем туда. А есть какая-нибудь путевая-то? Как у Игоря может быть путевая конфета? Евгеш. Это вся закуска? Ничего себе. Ну давай вот сказку, короче, рубану. Можно? Можно Машку за орешку. А конфетка? А с коксом не хочешь? Не. Прохлада. Ты их там в подвале, что ли, нашел? Жизнь помотала. Не, я просто спал в машине. Ничего себе. Плюс на. Ну сорян. Если бы я был ночью, видел бы ту бабу, меня подкатывать начал.
А она в каком подъезде? В том или в этом? В том дальнем. Надо снять ее. Хочешь, я тебя с ней познакомлю? Знаешь, как ее зовут? Мисаки.